Детская площадка с видом на руины. Туда тянет школьников, к примеру, поиграть в войнушку и асоциальных элементов, проводить свое свободное время. Место встречи любителей горячительных напитков, бомжей, наркоманов и бродячих собак. Они на заброшенной территории почти в центре микрорайона чувствуют себя как нельзя лучше, говорят местные жители. Вот такие вот развалины, больше ничего у нас тут нету. Собаки бездомные, бомжи. Вот, и видите, грязь какая. Года два там назад девушку молодую изнасиловали очень сильно. Ну и, конечно, запах, мусор, собаки, ну, безобразие. И такое соседство тянется уже много лет. Частная территория, по всей видимости, ее владельцу стала не нужна. А обращения местных жителей в органы власти так и остаются без ответа. Обещание длится уже сколько лет. Я собирала письма, они все письма у меня лежат, все подписи у меня жильцов есть. То есть нас просто-напросто никто не слышит. Арестовали Любовь Александровна, сюда приезжала перед своими выборами, когда депутаты. Я ее поймала, значит, на этих выборах, на улице, она на привозе обещала, все красиво. Я ее сюда привела, она со своим была юристом, все обсмотрели, все сняли на видеокамеру. Она мне сказала: приезжай ко мне завтра, мы с тобой поговорим, я все сделаю. Я к ней приехала, прошло 3 года, ничего не сделали. Мы обратились в администрацию Сормовского района с вопросом, почему заброшенный участок частных владений имеет место быть в районе и какие меры к владельцу территории местные чиновники принимают. В рамках месячника по благоустройству обязательно силами владельца данного земельного участка там будет наведен порядок. Мусор будет весь убран. Значит, и вообще по плану данная территория, возможно, через инвестпроект будет запрошена у города под строительство жилого дома. Обещали подключить административно-техническую инспекцию, которая в случае чего выпишет штраф. В остальном ситуацию берут на контроль. Только в обещания местных властей жителям поверить трудно. То, что увезут мусор, небольшая надежда все-таки есть. В остальном, пока будет работать бюрократическая машина, дикий участок так и будет пугать сормовичей. Сергей Шплягин, Ренат Бикбаев и Сергей Таиров. Объективно, ННТВ.